Ритуал забрать чужую жизнь на закат над водой к морской бездне. Этот ритуал заберет жизнь и имущество. Положение. Титул у человека, который лично вас очень обидел. Особенно касается людей при власти и положении. Унизили, оскорбили, обобрали, мучили физически, мучили вашего питомца. Просто видели, как кто-то издевается над животными. Любые садисты, маньяки, пристрастный суд и так далее. На всех этих людей распространяется ритуал. Вы получите его имущество в виде компенсации. Рассчитать время на начале заката у любой воды. Ритуал не менее 7 минут. Дождаться, пока солнце пропадет в конце ритуала. Сказать: «Бездна вод, к твоему суду взываю. И продолжаем. Как это солнце клонится к закату, так и жизнь моего врага пусть клонится к закату. И как солнце сядет, пусть его имущество в моей казне осядет. Забери эту жизнь, правитель бездны вод, а мне его имущество пусть перейдет. И рассказать, что случилось, что видели в деталях. Знать этого человека вам не обязательно. Суд сам разберется и накажет виновных. Компенсация к вам придет. Конечно, вам не придет прямая компенсация от него. Вы получите или приработок, или какой-то выигрыш в чем-то, или скидку на покупки очень большую, там машина, квартира, или работу. Иногда дает серии приработков. Вот нет работы, человек, он устраивается, потом его увольняют. Вот эту часть ему как бы выплатили. У кого-то появляется бизнес, у кого-то источник дохода. Подарок могут подарить, дорогой. Вы найти можете что-то ценное, очень по-разному бывает. Что будет с врагом, это не ваше дело. С ним разберется суд сам. Но ему не поздоровится, это точно. И больше, чем не поздоровится. Как бы вы тут это передаете в суд, но не земно. Это именно передача в суд. И если это все правда, сразу говорю, будут разбираться в деталях сначала, то вы получите. И этот способ совершенно не подходит, вообще ни один из этих ритуалов, чтобы вы просто хотите досадить и обокрасть человека, потому что вам чем-то не нравится. Это все вам не подходит и только против вас обернется. Потому что с этим судом не шутят. Вообще никогда не шутят. И рассказывать нужно подробно, вслух, в деталях. Если у вас есть какие-то документы, прихватите их. Не страшно, в какой вы форме рассказываете.
Можно шепотом совсем, почти беззвучно, но все равно вслух. Немысленно. Рассказывайте, ждите, пока сядет солнце. То есть выбираем день без облаков. Все остальное тут не играет роли. Ни время года. Ну, должно быть ясно, чтобы вы четко видели это солнце. Лучше без облаков. Как оно закатится, так и жизнь вашего врага закатится. Почему 7 минут? Потому что все ритуалы практически с силами вод очень подвязаны со временем. Вода, она очень такая неконкретная. Она не знает границ, она расплывчата, так и люди знаков воды очень неконкретны. Поэтому при ритуалах к этим силам оплата ваша конкретность и точность. Именно противоположно. Это и есть оплата этого. Потому что сами по себе нептунианцы, как их называют астрологи, они очень неконкретны, они необязательны. У них все расплывается, все забывается. И при обращении к силе воды это очень четко, что забываешь все время что-то сделать. Это норма.